Доброе утро, уважаемые телезрители. Продолжаем опыты по вечному магнитному двигателю. То вариант, как говорится, вариант с магнитами показался мне не очень хорошим, потому что они прилипают. Значит, вот такой вариант. То есть вот тут уже ближе, горячее уже, видите, тут чуть-чуть надо двигать. И оно крутится. То есть отодвигать, придвигать, отодвигать, двигать. Раз. И ничего не залипает, и ничего. То есть такой механизм приспособить, чтобы отодвигало это все и придвигало. Тут видите, не прилипает, потому что магнит убрал, магнит оставил вот большой ведущий магнит. Значит, цель в чем его? Пододвинуть, убрать, пододвинуть, убрать. И оно крутится. То есть это все надо как-то автоматизировать. Вот такой вариант, по-моему. Не залипает ничего. Крутится себе. Убирать только надо. Вовремя. То есть тут явно энергии-то меньше расходится, чтобы пододвинуть-то все, отодвинуть. И немного отодвинуть. В том варианте там надо было крутить палку, там магниты прилипали, здесь проще. То есть вот такой вариант более лучший. А сейчас это все надо автоматизировать. Либо с этого магнита переделать на электромагнит, чтобы включался как бы автоматически. Включался, отключался. Одна десятая секунды включен. Может даже на сотой секунды. Есть реле на 1/100 секунды. То есть намотать катушку можно. Но опять-таки трата электричества, а здесь трат нет электричества. Но здесь надо отодвигать-то все. Тоже какие-то траты. То есть да, дальше работать. Но вот такой вариант уже ближе. То есть опыты продолжаются. На этом сегодня заканчиваем. До новых встреч. Будем продолжать опыты.